Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что в рамках областной государственной программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, региональному министерству имущественных отношений на эти цели из областного и федерального бюджетов выделено свыше 1 000 000 000 рублей. Жилыми помещениями обеспечено свыше 1500 нуждающихся. Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что выделенные денежные средства не были освоены в полном объеме. Это повлекло возврат в бюджет свыше 279 миллионов рублей, недостижение целевых показателей, необеспечение детей-сирот жильем на указанную сумму в 2021 году. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора Иркутской области.